Всем солнечный, морской, балтийский привет. Здравствуйте. Поздравляем вас с тем, что на дворе август. А почему поздравляем с этим? Да потому что в этом месяце много всего интересного в Калининграде в отношении спорта. Это и день физкультурника, и женское мировое гран-при по волейболу, и, внимание, чемпионат России по серфингу. И этой фразой Дмитрий передает мне пас, и чемпионат России по серфингу впервые в истории Калининградской области. О том, что это за вид спорта такой, каким образом он оказался в Калининграде, и что с ним делать, и как им заниматься, мы расскажем в течение передачи. Ну а пока дайджест. Всем финалом в финал. В областном кубке по футболу выявлен абсолютный чемпион. Им стал обновленный коллектив из Светлого, на своем поле сыгравший напряженнейший матч с соперниками из Черняховска. Тамошний прогресс нынче составляет основную конкуренцию лидеру чемпионата. Но уж болельщики и той, и другой команды достойны друг друга при любых турнирных раскладах. Перед матчем эксперты прогнозировали возможное дополнительное время. Так и случилось. Основной лимит времени был исчерпан на счете 1-1. Все шло к возможной серии пенальти, но Евгений Кец посчитал иначе, реализовав пенальти, назначенный Алексеем Ениным. Еще пара фактов о напряженности матча. За 121 минуту было показано 9 желтых и 1 красная карточка. Теперь немного во всех отношениях водной темы. Накануне Дня физкультурника, 8 августа, на Калининград обрушился многочасовой ливень. Как быть в такой ситуации организатором первенства области по гребле и каноэ на байдарках? Правильно, убедиться в безжалостности стихии и перенести часть стартов на следующий день. В итоге возможность показать все наработанное за летний период получили все без исключения 9 десятков участников. Лучшим из них в возрасте от 13 до 16 лет уже в конце августа предстоит отправиться на первенство страны и всероссийские соревнования в Воронеж. Судя по этой видеокартинке, в мужестве и презрению к непогоде ребятам там будет точно не занимать. Впервые в Калининграде. С 15 по 17 августа мировой тур гран-при по волейболу среди женских сборных команд России, Германии, Италии и Турции. Билеты в кассе Дворца спорта «Янтарный». Информация по телефону 36680. Возрастная категория 0+. Итак, чтобы лучше всего разобраться в серфинге, который оказался и на калининградской земле, мы пообщаемся с президентом Всероссийской федерации по этому виду спорта. Итак, расскажите о том, как вообще чемпионат России попал в Калининград и как он вообще шагает по стране. В этом году глобальная схема. Чемпионат пройдет в 5 этапов по всей стране, от крайне западной точки Калининграда до крайне восточной точки на Камчатке. Сергей Расшиваев, президент Федерации серфинга России, победитель калининградского этапа в разделе «Шортборд». Еще этапы пройдут в Сочи, в Санкт-Петербурге, во Владивостоке. Вот эти уже два состоялись. Сейчас третий этап в Калининграде. Здесь первый раз проходит соревнование по серфингу. Мы все очень сильно надеемся, что получит серфинг калининградский большой толчок. Все для этого у вас есть. Прекрасные пляжи, шикарные волны, условия все есть, развитая инфраструктура доступа к пляжам, питание. То есть нет никаких причин, чтобы здесь не появился серфинг в таком широком формате. Вкратце, сколько человек, какого формата вообще всего этапа? Формат каждого этапа заключается в том, что у нас две дисциплины – шортборд и лонгборд. В каждой дисциплине не более 16 участников, пока этот формат полностью придерживается. Здесь, в Калининграде, будет то же самое – 14 человек в шортборде и 13 человек в лонгборде. То есть мы вписываемся в формат до 16 участников. Вот, заезды проходят в зависимости от принципиальности раунда – либо 15, либо 20, либо 25, полчаса. То есть в зависимости от условий мы этот момент корректируем. То есть каждый участник, он должен за это время взять две волны, лучших волны. То есть он может взять сколько угодно волн, но в зачет идут две лучших волны, на которых он показал наилучшие как бы маневры, проезды, длину, высоту волны, то есть результат. Все оценивается по баллам, да? Любая длительность нахождения на доске, да? Оценивается длительность нахождения на доске, количество маневров, которые он успеет сделать. То есть серфинг трудный очень вид спорта, поэтому просто поворот на волне, это уже считается как трюк. То есть зависит от того, сколько он смог раз повернуть на волне, какого она была размера и длины волна. В целом вот примерно такие критерии. Итак, серферы ждут волну, ну а мы вместе с ними ждем вас на пляжах Зеленоградской не только во время чемпионата России, но и вообще приходите, берите доски, занимайтесь серфингом. Красочная церемония открытия, музыкальное сопровождение, череда теплых приветственных речей – это не только дань определенному уровню спортивных соревнований на территории Калининградской области, но и своеобразный акцент. Ведь в настольный теннис для слепых или по международной классификации шоу-даун официально играть в России начали именно с Калининграда 4 года назад, что и стало одним из кирпичиков в фундаменте славы нашего региона как одного из передовых в развитии адаптивного спорта. Самая главная мотивация, самое главное желание этих людей, у которых безграничная возможность сделать первый шаг,
шаг, прийти в спортивный зал. В данном виде спорта или в любом другом уже мы сделаем совместно с общественными организациями все возможное для того, чтобы у них была возможность выйти на арену всероссийскую, на арену международную. А всего официально правила этой игры существуют с 2009 года. Шоудаун напоминает смесь настольного тенниса и аэрохоккея. Два игрока используют прямоугольные ракетки и специальные гремящие мячики. Матч длится не более 15 минут. Каждый из трех возможных сетов играется до 11 очков. За ошибку, например, за попадание в центральный борт, засчитывается балл противнику, а за собственное попадание в ворота засчитывается 2 очка. Столы здесь тоже специальные, производятся в России, но пока только на одном заводе. 3,66 длина, 1,22 ширина, он разделен пополам центральным бортом. И, в общем-то, высота стола 74 сантиметра. На столе имеется бортик высотой 14 сантиметров для того, чтобы шарик постоянно был в игре. Одним из первых в стране шоудаун опробовал на себе председатель Калининградского регионального отделения Всероссийского общества слепых Анатолий Башкин. С энтузиазмом взявшийся затем за внедрение тенниса для слепых не только в регионе, но и по всей стране. Теперь шоудаун культивирует свыше 60 регионов России, а сам Башкин стал одним из первых триумфаторов дебютного Всероссийского кубка. В конце 2011 года играли уже на международных соревнованиях в Шауляе. Это Литва, Латвия, Эстония играла и Калининградская область. Естественно, мы призового не заняли, потому что мы начинающие были. Но наши ребята боролись с таким желанием, но никто под ноль нас не обыграл. В итоге призовые места разделились между тремя командами – калининградцев, рижан и тверичан. Кстати, в следующем году России состоится первый в истории этого вида спорта чемпионат страны. А уже во второй половине 2015-го в Сеуле кто-то из этих спортсменов непременно представит флаг своего государства на всемирных играх людей с нарушением зрения. Солнце, море, пляж, волны и Евгений. Победитель двух этапов чемпионата по серфингу. И, собственно, своими силами, я так понимаю, третий этап проходит у нас в Калининградской области. Да, когда принималось решение о том, где будут проводиться этапы чемпионата России по серфингу... Евгений Исаков, чемпион России по серфингу, Калининград. Вот инициатива исходила, скажем так, из мест. И поскольку я сам калининградец, я вырос здесь, родился. Мне было интересно вот застолбить наш регион на карте российского серфинга. Поэтому я сказал, что да, мы обеспечим организацию и проведение соревнований у нас здесь в регионе. И спасибо нашим калининградским серферам, спасибо нашим спонсорам, что они нам помогли это действо здесь организовать. Не было опасений, все-таки Калининград не совсем столица серфинга, и тем более погода у нас очень уж непредсказуемая. Ну, океан – это такая штука непредсказуемая, и море в том числе. Конечно, опасения существуют, но вот тем фактом, что мы здесь собрались, тем, что мы проводим свои соревнования, эти опасения мы, скажем так, немножко отстранили в сторону. Хотя я согласен, кататься на морских волнах, ну, чуть сложнее, и предсказуемость волн калининградских, она чуть поменьше, чем если бы вы были где-то, например, на океане. Но, тем не менее, как вы видите, серфинг на Калининграде есть, и соревнования у нас состоялись, вернее, уже проходят. И немножко о былом, как вообще в голове калининградца появилась идея заниматься серфингом? Собственно, моя история попадания в этот вид спорта, она немножко странная. Я никогда не увлекался. Есть очень много спортсменов, которые с детства хотели попробовать этот, позаниматься. У меня таких мыслей даже не было. И оказался я в нем абсолютно случайно. Я на тот момент учился в Германии и поехал с студенческой группой в Испанию, где как раз-таки была возможность попробовать, что это такое. И я вот с того момента загорелся, и уже только после этого я попробовал серфинг в Калининграде. Понял, что здесь кататься можно, что энтузиасты у нас есть, и волны у нас вполне катабельны, даже по сравнению с другими регионами. Для тех, кто, возможно, сейчас нас послушает и побежит за доской, а какие три, там, топ-3 совета для начинающего, который вот еще раз доску-то в руках не держал? Хорошо. Первый, самый главный совет – не кататься и не начинать кататься одному. Самое здесь главное – это техника безопасности. И без какой-то квалифицированной, может быть, либо по поддержке товарища, который серфингом занимается, приступать вообще к серфингу и к тренировкам ни в коем случае не стоит. Спасибо большое. Я надеюсь, вы тоже полюбите серфинг, как и Евгений, и, возможно, что-то сделаете для него, как и Евгений. И смотрите следующий сюжет, как и Евгений. В честь Дня физкультурника отгребли свое представители областной спортшколы по водным видам спорта. В декорациях, продолжающей обновляться набережной Трибуца, около сотни спортсменов наглядно демонстрировали пользу от любимого вида спорта. В академической гребле работают все группы мышц, включая даже гладкие мышцы сердечную, вот, и мимические мышцы лица.
Вот, поэтому, что касается нагрузки, там, вот, да, то это как раз вот академическая гребля, это как раз тот вид спорта, которым необходимо заниматься, я считаю, вот молодежи. Одна из представительниц той самой перспективной молодежи – Дарья Репинцева. Девушка частенько попадает в призовую тройку всевозможных соревнований. Но, как оказывается, спорт в ее жизни не единственная занятость. Я студентка КГТУ, на агронома буду учиться. Но как бы спорт будет, не будет мне мешать, я думаю. То есть будет в дальнейшем развиваться, а потом посмотрим, что будет потом. Представители спортивной школы отмечают, с каждым годом набирать детей становится чуточку проще, чем в былое время. А это значит, и талантов подобных Дарьи долго ждать не придется. Как рождаемость повысилась после 2000-го, вот к нам начали дети приходить, потому что действительно есть дефицит спортсменов 96-97 года рождения. Вот, ну, слава богу, они у нас хорошие результаты показывают на всероссийском уровне. Уже ближайшей осенью на берегах главной областной реки пройдет традиционная и полюбившаяся российским и зарубежным партнерам Пригельская регата. Отличный шанс посмотреть на академическую греблю воочию и, может быть, попробовать самому. Ну или записать на тренировки кого-то из семьи. Находясь на чемпионате России по серфингу в Зеленоградске, мы не могли обойти стороной технические вопросы. Так, на чем все-таки катаются серферы? Насколько отличаются доски только ли по названию лонгборд, шортборд? И чтобы в этом разобраться, нам сегодня поможет один из бронзовых призеров этапа чемпионата России. Итак, я передаю ему даже микрофон, чтобы он спокойно мог уже находиться в своей стихии, рассказать, что такое доски, с чего они состоят, как они называются, сколько они стоят. Чемпионат России по серфингу традиционно проходит в двух дисциплинах. Игорь Вичканов, призер этапов чемпионата России по серфингу, Ижевск. Короткая доска шортборд и длинная лонгборд. Между ними отличие принципиальное, несмотря на то, что обе эти доски являются серфбордами, отличается сильно техника и стиль катания. Наглядно могу показать, что шортборд – это короткая доска длиной чуть больше 2 метров или даже меньше, с заостренным носом, и это основной тип серфовых досок, на которых проходит большинство соревнований. Серфинг на шортборде является техничным, физически сильным, проходит на высоких скоростях с крутыми маневрами. Можете посмотреть, внизу находятся у доски так называемые плавники. Их бывает 3 или 4 традиционно плавника, зависит от типа волн. Они различаются тоже по размерам. Доска крепится к ноге райдера при помощи шнурка, который мы называем лиш. И еще особенностью коротких досок является наличие коврика под заднюю ногу для того, чтобы можно было сохранять контроль на каких-то крутых маневрах на волне. Новички обычно начинают кататься на лонгбордах, потому что на них проще встать на доску. И лонгборды для новичков отличаются покрытием, так называемые софт-топы. Они покрыты мягкой пленкой сверху для того, чтобы было проще кататься, проще стоять на доске для новичков. Затем ребята, набираясь опыта в катании на серфборде, переходят на такие вот лонгборды, на обычные. Стоимость досок лонгбордов совершенно различные. Можно купить какой-нибудь бэушный старинный борд за какие-нибудь смешные 5000 рублей. Или это будет новый топовый лонгборд за 30-35 тысяч рублей. И со временем, когда люди набираются опыта, они могут переходить на катание на коротких досках, на шортбордах. И там уже ценовой диапазон варьируется совершенно в непредсказуемых тоже вариантах. От 10 до 30 тысяч рублей может стоить доска. Короче говоря, если у тебя есть 5000 рублей, ты живешь в Калининградской области, у тебя есть доступ к замечательному нашему Балтийскому морю, то ты вполне можешь хотя бы окунуться немножечко в мир серфинга, ну а уж окунуться на таких волнах тебе точно удастся. Сами кюрлеры говорят, стоит тебе только признаться в развивающих кюрлинг странах, что ты в него играешь, тебе всегда скажут «welcome» или «добро пожаловать». Доказательством тому стал букет флагов, подтверждающий международную светлогорской зимней сказки в погожий летний день. Тут и швейцарцы пожаловали, и даже украинцы. Разве что канадский стяг здесь исключительно из уважения к одному из центров развития многовековой игры. Ни одна из иностранных команд, которая заявилась в наш турнир, не отказалась. И все приехали, и все очень довольны, и все очень рады.
команды. Хорошая погода, хороший лед, хорошее настроение. Люди играют, наслаждаются. Демократизм кёрлинга проявляется именно на таких коммерческих турнирах, где по правилам все играют со всеми. То есть и женщины с мужчинами, и спортсмены с нарушением слуха со спортсменами-колясочниками. Частенько здесь бывает, к примеру, национальная паралимпийская сборная России. Сейчас она на сборе за океаном. Зато поддержать братьев славян вызвались словаки. Мы в России уже были 2 раза в Сочи. В прошлом году там был чемпион от мира в керлингу на колясках. И в этом году мы были в Сочи, там были паралимпийские игры. В Калининградской области мы теперь первый раз. Кто-то здесь впервые, кто-то уже завсегдатай, но все они влюбленные в свои ледяные шахматы люди. Ведь кёрлинг так и называют за особую красоту комбинаций, за непредсказуемость результатов и за возможность совмещать приятное с полезным. Как это делают, например, игроки областной сборной по сурдлимпийскому кёрлингу. Парни, только вернувшись с чемпионата России по легкой атлетике, сразу же приступили к играм в Светлогорске. Евгений Новошицкий делал это с особым настроением. Все-таки долгожданный норматив на присвоение звания кандидат в мастера спорта по легкой атлетике ему покорился. Мне нравится легкая атлетика, копье, и кёрлинг мне нравится. Но мне нравится общение с глухими ребятами, командный вид спорта кёрлинг. Копье – индивидуальный вид спорта. Но мне больше нравится серьезная легкая атлетика, копье, а кёрлинг – мое хобби. Совмещение хобби и остросюжетной борьбы вылилось в победу команды «Коктейль» во главе с шотландцем Брайаном Греем. Вторыми стали девчонки из Калининграда, ну а третьими из 34-х – рижане. Идет охота на волну, идет охота, и сейчас мы пообщаемся с одним из охотников, с Александром. Так, вы сегодня тоже участвуете здесь? Да, мы ждем начала своей дисциплины, лонгборд. Я думаю, что через час мы уже начнем наши соревнования. Александр Балякин, человек-экстрим, руководитель областной федерации водно-лыжного спорта. Но слышал я, что называют вас человеком-экстримом. И, наверное, за увлечение не один только серфингом. Да, я развиваю, популяризирую такие виды в Калининграде водного экстрима, как вейкбординг, вейксерфинг, аквабайк. Поэтому можно сказать, что в ближайшее будущее, буквально через месяц, уже пройдет очередной этап Калининградской области по катерному вейкбордингу. И, наверное, самое большое мероприятие – это закрытие водного сезона, в рамках которого пройдут соревнования по аквабайку, по вейкборду, вейксерфу и кайтсерфингу. Ну, то есть экстрим в Калининградской области жил, есть, собственно, и будет. И будет, да. А более того, скажу, 6 сентября в нашем городе Советске пройдет Кубок Балтики по аквабайку, где соберутся сильнейшие спортсмены Литвы и Польши, и даже привет спортсмены из России. Спасибо большое за маленький секрет, за большой такой компании нашей. Хорошо, и смотрим дальше. Ну что ж, у нас небольшой сюрприз. У нас интервью с главным тренером сборной России по волейболу Юрием Маричевым. И вопрос первый будет, соответственно, по поводу вашего визита, гран-при. А ваши ожидания и насчет соперников. Несколько слов. Да, ну сюда мы прилетели из Сан-Паулу. К сожалению, такой очень тяжелый перелет был. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что к играм мы восстановимся, пройдем акклиматизацию, вот, и покажем здесь, надеюсь, что покажем хорошую игру. Немного игр в Сан-Паулу у нас не сложились, но, наверное, здесь можно говорить о каких-то экспериментах с моей стороны. В том плане, то, что у нас сейчас много новых игроков, много молодых игроков. Конечно, хотелось дать им возможность проявить себя и посмотреть, могу ли я на них рассчитывать на чемпионате мира. А в 2005 году под вашим руководством молодежь наша стала чемпионом мира. В 2013 году уже Европа. А насколько сложно было переквалифицироваться, во-первых, с молодежки на взрослую, во-вторых, так еще и там были мальчики, а здесь уже девочки? Ну, на самом деле, наверное, никакой сложности не было. Не было. Я уже и поработал, один год у меня была практика, я работал в краснодарском «Динамо» на женской команде. И как-то мне многие даже звонили, тренера как-то на такое решился. Но на самом деле никаких проблем совершенно не было. Вот. И также, когда я перешел в сборную,
никаких проблем нету. То есть практически одни и те же требования. Да, ну, наверное, характер может быть разный. Но это как и в мужской команде, так и в женской. Все игроки со своим характером, наверное, так и должно быть. Вот. Ну и тренер, задача тренера, это одна из самых главных задач. Это сделать в первую очередь команду, чтобы это было не индивидуальные игроки, а действительно команда, которая бы стремилась к самому высокому результату, для этого хорошо тренировалась. И самое главное, чтобы была бы взаимоподдержка среди игроков команды. Я считаю, что это одно из самых главных. Для того, чтобы добиться бы максимального результата, вот, игроки должны друг друга поддерживать, ну, как на площадке, так и в жизни. Вот, в первую очередь хотелось бы создать бы хороший коллектив, который бы потом бы все это переросло в хорошую работу на тренировке и в хорошую игру. Ну, есть какая-то своя специфика работы с женским коллективом? Ну, в принципе, я бы, даже вот приходя из мужского волейбола в женский, я хочу внести туда элементы мужского волейбола. Хотя вот сейчас, играя, допустим, со сборной Америки, там уже это есть. Там очень быстрая игра. Ну, вот, как вот у нас мужские команды играют, максимальные скорости в края. Быстрые первые темпы. Вот. Сейчас примерно вот так вот играет сборная Америки. Ее возглавляет сейчас знаменитый Карч Киры. Вот. Мне приходилось с ним общаться. Вот. Но надо понимать, что у нас игроки немножко такого другого плана. Если, допустим, у нас вот Татьяна Кошелева, она уже привыкла бороться на двойном блоке за счет своих физических данных. Вот. И довольно-таки сложно перестроиться. А там нету таких игроков. И выход из такой ситуации очень быстрый. Игра. Вот. И сейчас вот я стараюсь привыкнуть, хотя вы поймите, вот казалось бы, да, в сборную приходишь, вот надо быструю игру принять. Ну, поймите, настолько мало времени тренировочного отводится для того, чтобы этот, если человек там, ну, нападает всю жизнь в высокие мячи, и чтобы найти эту быструю передачу, и чтобы она привыкла к этой, еще бы, чтобы потом бы дать бы результат. Это минимальный объем тренировочного времени игрока сборной, это 6 часов. Бывает и 7, иногда. Тогда даже бывает немножко и побольше, в зависимости от периода подготовки. Вот, конечно, чуть-чуть к соревнованиям мы немножко снижаем нагрузки, а когда чуть дальше, мы эти нагрузки увеличим. Иногда у нас бывает и по 7, и больше часов игроки тренируются. Вот именно отрабатывают, наверное, вот эти элементы. Наверное, и физподготовку, и скоростную игру, и еще очень много других элементов. Потому что мы очень часто говорим, что вот надо работать индивидуально с игроками, там надо их обучать и все прочее. Но надо понимать, что мы можем их обучать, но игроку, может быть, надо 1000 раз повторить сначала это действие, чтобы он смог бы это научить. А когда повторять, если не так много тренировочного времени? Вот поэтому игроки сборной тренируются довольно-таки большой объем у нас. И крайний вопрос задаю представителям всех видов спорта. В вашем случае, почему волейбол? Вот те, кто сейчас, допустим, сидит у экранов и сомневается, пойти ему в бокс, в волейбол, в пятиборье, почему волейбол? До волейбола я занимался легкой атлетикой. Вот. А в спортивном зале, ну, тогда зимой в зале занимались. После меня, после секции легкой атлетики, была, так как раньше говорили, секция волейбола. Вот. И когда я оставался после тренировки и смотрел, меня это просто завораживало. Думаю, как этот мяч летает, как он у них не падает. И когда я просто сам попробовал, и у меня не получилось это, я думаю, я докажу, что я смогу тоже это сделать. И я просто честно подошел к тренеру по легкой атлетике и сказал, что я не хочу заниматься легкой атлетикой, я хочу заниматься волейболом. Вот. Меня, кстати, очень долго отговаривал, но тем не менее я принял решение и начал заниматься волейболом. Действительно, мне это очень нравилось, и стало моей любимой игрой и любимой профессией. Серфинг в Калининграде есть, и это можно понять не только из выпуска, который только что завершился, но и из одноименной группы, которая есть в одной из социальных сетей. Что ж, в прошлой передаче мы поняли, что в Калининграде есть американский футбол, поверили в это вместе с вами. Теперь мы знаем, что есть у нас и серфинг, и это, на наш взгляд, самое замечательное. Вместе с нашими зрителями узнавать, что палитра калининградского спорта настолько широка и богата, что можно целыми днями, годами узнавать о ней что-то новенькое. Ну что ж, очередной телевизионный пас от Дмитрия Иванова я получил. И, к сожалению, если вы смотрите эти кадры, а хочется верить, что вы смотрите эти кадры, значит, калининградский этап чемпионата России по серфингу уже в прошлом. Но верить хочется мне, что у самого калининградского серфинга есть будущее, причем немаленькое. И обратите внимание вот на эту фигуру.
Очертания взяты из памятника космонавту Леонову, нашему знаменитому великому земляку. Только ему добавили этому очертанию развивающиеся ветры волосы и серф-группу. И это значит, что вместе со спортом, вместе с серфингом мы можем идти к космическим абсолютно вершинам. Занимайтесь спортом и физкульт пока.